Макет будущего терминала продемонстрировали прессе. Разработчики уверяют, что он сможет обслуживать около 2 миллионов человек в год, то есть 1000 пассажиров в час. Новый комплекс будет размещен при подъезде к аэропорту, частично на территории зеленой зоны. При подъезде к аэропорту с правой стороны был старый, еще в советские времена посаженный сад, который уже больше 25 лет как бы сроку имеет. По словам представителей частной фирмы, сад этот непригоден дословно для дальнейшей эксплуатации. Поэтому, настаивают коммерсанты, его надо вырубить и расчистить площадку под строительство. Проектные организации на данный момент дорабатывают внешние инженерные сети. К 2013 году строительство надеются закончить. Оно потребует 60-65 миллионов долларов, которые будут привлечены, как заявили в дирекции ООО «Международный аэропорт Одесса», по сложным финансовым схемам. Выделяет ООО «Международный аэропорт Одесса». Ну, дело в том, что тут уже не важно, откуда собственники берут средства. Важно, что они вкладываются конкретно и работают.